Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня у меня наконец-то скопилось энное количество вопросов. Вот, их, конечно же, было больше, но я как-то немножко тупил, что-то где-то не сохранил, где-то что-то потерял, в общем, и что-то не посчитал нужным сохранить. И у меня здесь, кстати, 6 штук есть на данный момент. Сейчас мы зачитаем и посмотрим, что нам там пишут наши посетители. Начнем мы тут с первого письмеца. Пишет нам Лев. Я не знаю, может быть, это имя или псевдоним. Лев такое животное есть. Итак, что у нас там спрашивает? Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно лечить зубы на курсе АЭС? Глупейший вопрос, конечно же, можно. И обезболивающие вообще никак в реакцию с ними не войдут. И, в общем-то, ну, сами понимаете, вопрос тупой, действительно. Так, следующая нам пишет Наташа. Она нам пишет по поводу жиросжигателя Липо 6. Чё нам она тут пишет? Ага, она нам тут даже свое мнение высказывает, да? Сейчас мы посмотрим, что. Так, не принимайте эти препараты. Очень сильное воздействие на нервную систему. Я пропила 2 дня, чувствую себя как овощ уже неделю. Тренировки не интересуют. Не интересует работа, семья, эти препараты американского происхождения, они специально уничтожают нас, в том числе и через спортпит. Думаю, надо уже обращаться к врачам, если хотите существовать, а не жить. Что это за фигня вообще? Какая-то идиотка, наверное, смотрела с телевизора пропаганды, я не знаю, что у нее там, каша какая-то в голове, в общем, ну, я думаю, сами все понимаете. Так, пропускаем. Идем дальше, у нас здесь... СДДС. О. Так, можно ли употреблять БЦА в 12 лет, если он тренируется в день 2 часа и стабильно? Чего? Блин, такое ощущение, как будто малолетки какие-то пишут. Я не понимаю, это ребенок 12-летний пишет или его мама пишет, блин? Хотя мне кажется, что это мама пишет, скорее всего. Принесет ли БЦА вред? Нет, БЦА вред не принесет, потому что это разветвленные аминокислоты. Вообще, блин, проще говоря, взяли белок, спрессовали, и вот тебе БЦА. Так, никакого вреда не будет. Можно принимать в 12 лет, и в 10 лет, и даже в 8 лет можно принимать аминокислоты. Так, Иван нам пишет. Можно ли накачать мышцы, когда копаешь картошку? Глуповатый вопрос, ведь если бы это было так, если бы можно было бы накачать мышцы, то сейчас бы каждая бабка была бы, блин, как Ронни Коллиман или хотя бы даже как я, хоть у меня и не самый крупный поступь, вот, но нет, в принципе, ну, хотя хрен его знает, картошку копать, это больше похоже на силовое кардио. Я тоже когда-то в свое время копал картошку. И как бы ничего сложного там нету. Копнул, выкопал. Хотя я не знаю, может у него там земля, блин, засорена так, что прям там копать очень тяжело. С кирпичами такая, знаете, еще глинистая засохшая порода. Вот. Ну, в таком случае быть может. Есть еще хорошее питание и есть отдых. Хотя в селе какой там может быть отдых? Там вечная работа. Так, следующий нам пишет Сергей. Добрый вечер. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу ЭКО. Эфедрин, кофеин, аспирин. Действительно ли действуют средства и так ли в этом составе нужен аспирин? Подойдет ли для первой сушки согнать жир первый раз на массу? Еще не пробовал. Планирую после спада жира. В каких пропорциях принимать и можно ли принимать при безуглеводной диете? Конечно, можно. Ежедневных... прыжках на скакалке туда-сюда, и если возможно, то подскажите, откуда взять эти действующие вещества. Знаю только насчет эфедрина, он якобы в бронхолетине, так ли это с аспирином, все понятно, а вот кофеин неясно, откуда получать. Ну, во-первых, безводный кофеин есть в аптеке, продается, также можешь обычное кофе пить, это тоже кофеин. Подскажите, надеюсь, развернуть. Во-первых, эфедрин у нас в свободной продаже не продается нигде, потому что это наркотическое средство, а покупать сироп бронхолетин, блин, ну его там концентрация небольшая.
и тупо пить этот мерзкий бронхолетин литрами, ну, это, блин, просто алис капут полный. Поэтому лучше купить уже готовую смесь, такую как Black Spider или Methyldrin. Да, там эфедриноподобное вещество, но, по крайней мере, как бы, это рабочие жиросжигатели, и они проверенные, кстати говоря. Вот, поэтому лучше их бери. Так, следующий у нас пишет Арам. Можно ли делать ПКТ после витамина D и надо ли? И чего посоветуете? Слушайтесь только, можно ли делать ПКТ после приема витамина D? Это просто зашкварно тупой вопрос. Блин, ну, витамин D это не гормональный препарат вообще, это, это витамин, органическое соединение. И не надо там ничего принимать, никаких препаратов для того, чтобы там провести ПКТ. Вообще ПКТ расшифровка это послекурсовая терапия. Курс подразумевается стероиды, а не витамины. Ни после витаминов, ни минералов, ни после, блин, пищевых добавок, ничего там восстанавливать никому не надо, потому что оно не влияет. Вот гормональные препараты, да, дело в том, что организм, он как работает. Ты ему тест из не дал, вот, и он как бы, ну, он же не дурак, он чувствует, что ну, есть, да, его достаточно в крови, то есть циркулирует, все нормально, метаболические процессы происходят, там какие-то этот самый, реакции, все. И он свой тест, он перестает вырабатывать, то есть за ненадобностью, потому что из не поступил, смысл напрягаться. Он начинает подавлять выработку своего собственного тестостерона. Вот. Потом, когда отменяешь тестостерон экзогенный, он снова начинает вырабатывать свой собственный, потому что он ему необходим, он участвует во многих процессах и без него никак, поэтому просто, ну, приходится вырабатывать. Вот. Так что, ну, тупейший вопрос, я еще, честно сказать, вот именно такого плана мне еще вопросы не задавали. Вот такие вот у нас сегодня тупые вопросы были, так что, кому понравилось видео, ставим лайки, комментируем, кстати говоря, и обязательно репостим где-нибудь, неважно где, мне это будет полезно, а вам не сложно. Так что, всем спасибо, пока!